Долгие годы кабинет детского врача в Тиинской участковой больнице находился в плачевном состоянии. С 1983 года помещение ни разу не было на капитальном ремонте. Медперсонал собственными усилиями поддерживал порядок в педиатрической комнате. В этом году долгожданные изменения в кабинете педиатра наконец-то произошли. Вот в этом году в рамках модернизации первичной медико-санитарной помощи нам выделили 590 тысяч рублей, вот, это деньги с федерального бюджета, и вот на эти деньги мы сделали прекрасный ремонт нашей вот детской поликлиники. Вот, сейчас, конечно, небо и земля, чисто, просторно. Ремонтные работы выполнили качественно и в срок. За месяц заменили буквально все. Положили новые полы, обновили систему отопления, провели горячую воду, завезли новое оборудование и мебель. Полностью обновили прививочный кабинет. Сейчас ожидается поставка новых фармацевтических холодильников. Марина Самсонова – медицинская сестра с большим опытом. Уже больше 20 лет она лечит детей в Тиинске. Женщина отмечает, что в обновленном кабинете принимать больных стало приятнее, а работать удобнее. Ну, все, конечно, очень рады, удивлены, что такое произошло изменение, что у нас было, а что сейчас, конечно. Ну, конечно, сейчас более современное стало, да. Вот компьютеры у нас появились, очень облегчает работу. И вести всю документацию и отчетность, и все, конечно, лучше стало. Детская часть больницы была долгожданной не только для врачей, но и для мам с их детьми. Только на данном участке числится 600 маленьких пациентов из 6 близлежащих сел, включая сам Тиинск. Сейчас в обновленном кабинете уже ведется прием маленьких пациентов. У меня двое детей, старшему 9 лет, и все это время у нас ремонта не было. Было хорошо, конечно, но сейчас намного стало лучше, уютнее, светлее. Нам намного комфортнее приходить в такую поликлинику, нежели в ту, что была раньше. В 2024 году в Тиинске запланирован ремонт уже всей поликлиники. На данный момент к участковой больнице Меликесского района прикреплено и обслуживается 3,5 тысячи жителей. Алина Тихонова, Даниил Сурков, Управда ТВ.